Плёсе более 100 объектов культурного наследия. Без преувеличения можно сказать, что на Волжской набережной каждый второй дом представляет историческую ценность. Рассказать, какую именно задачу Департаменту культуры. Активно идет процесс по установке информационных табличек на зданиях Плёса. В современном QR-коде содержатся данные о том, в каком веке построен дом, кто его создал и кто там жил. Новая табличка на набережной установлена на постройке 19 века, доме Аверина. Сейчас в здании расположена ювелирная мастерская. А вскоре здесь будет открыт интерактивный музей художественной обработки металлов. Информ-табличка, по мнению Светланы Шмелевой, помогает воспитывать патриотические чувства в горожанах. Они себе несут огромный такой, знаете, воспитательный потенциал. Во-первых, расширение кругозора, познание истории вот тех мест, где мы родились. И я надеюсь, что интересно это будет не только, опять же, тем туристам, которые приезжают в Плёс, но и самим жителям Плёса, и, конечно же, населению нашего Ивановского региона.